Какой регион России больше всего наводнен террористами? Думаю, что это Северный Кавказ, республики Северного Кавказа однозначно. Это общеизвестный, мне кажется, среди людей факт. Вот. Но я думаю, что это точно не Сибирь. Очевидный ответ, по-моему. Самый густонаселенный, соответственно, Москва, конечно. Вот. Несмотря на принимаемые меры безопасности, ну, на мой взгляд, не очень это убедительно все. Вот. Меры безопасности очень примитивные. То есть основное то, что это металлические рамки с металлодетектором, которые, ну, каждый школьник знает, как они обходятся. Вот. И второе, это, вот, соответственно, усиленные наряды сотрудников правоохранительных органов, ну, тоже, на мой взгляд, примитивные меры должны быть. Сотрудники госбезопасности должны что работать. Ой, ну это я не знаю. Мне кажется, что как раз Москва и Питер. Очень большие города и привлекательные. Можно скрыться легко. Ну, я думаю, все-таки террорист тесно связан с исламом, поэтому я думаю, что все-таки это исламские республики на Кавказе. Ну, я по поводу Сибири не знаю, почему он так сказал, не слышал про это. Ну, может быть, есть так называемые зоны риска, которым нужно уделять органам безопасности наиболее пристальное влияние. И все, я думаю, прекрасно знают, что действительно, может быть, южная часть России максимально в этом опасна. Вот. Но, опять же, конкретные города, области выделять нельзя. Ну, к зонам риска повышенное внимание должно быть оказано. Ну, я считаю, что европейская часть, конечно, потому что в основном СМИ рассказывают о терактах в Санкт-Петербурге, в Москве, может быть, в Казани еще. Так что я считаю, что европейская часть, наверное. Наверное, Северный Кавказ. Я там родился, знаю. Московский регион в первую очередь, Краснодарский край, Дальний Восток с Китаем, который... Ход мысли в голове Патрушева как-то объяснить вообще не могу. Мне кажется, не знаю, может, он как-то рандомно просто. Вот пришла ему голову Сибири, но я не знаю, почему. Где Кремль? Почему? Ну, вся опасность оттуда исходит.